Смотри. Слушаюсь. Круто! Новая карта. Водой еще один затонувший корабль. Я вижу что-то внизу. Что-то вижу наверху. Внизу. Причалим. Один!
вперед! Сын, сюда. Слушаюсь. Кто это написал?
удачи! Круто! Я вижу что-то внизу. Thank you.
Подожди! Приготовься! Roma!
показали. Thank you.
что-то вижу наверху. Внизу что-то есть. Чалим здесь? Босвар, Фримонт, Эрик. Все в порядке? Нет. Мои товары под водой. Мои люди утонули. На их тела все еще ходят по берегу. Хельские скитальцы. Много тут таких. Я их капитан. Они умерли. По моей вине. Но эти твари оскорбляют их память. Я найду способ избавить их от мук. Таково мое решение. Буря разметала все три моих корабля по озеру. Я не знаю, чем прогневал Тора, но он покарал меня быстро и жестоко. Сын. Ладно. Еще как? Здесь должно быть что-то ценное.
В этих краях я открыл возможности для охоты и торговли. Я давно отказался от поисков Йотунхейма. Это дело для более молодых и более способных. Но я был слишком увлечен. И мои люди заплатили за это. Да, надо ему помочь. Правда? Ты удивлен? Ну, да. Неужели ты согласен помочь духу? Тебе будет полезно подраться со скитальцами. А.
Отец! Эти руны мы видели, но такие прочесть я не могу.
Хочешь здесь выселиться?